Всем привет! Сегодня 26 июня, Московская область. Раннее-раннее утро. Вчера весь вечер, всю ночь шел дождь, хорошо пролил грядки. А я сейчас хочу оставить небольшой отзыв-обзор о земклунике Купчиха. Рассаду я покупала через интернет-магазин в Русском огороде. Мне пришло 10 саженцев. Из них у меня выжило и удалось высадить на грядку всего лишь 4 растения. Все остальные погибли. Итак, сам куст у земклуники раскидистый, довольно-таки большой, поэтому, когда будете высаживать рассаду, сразу держите расстояние, но не менее 50 сантиметров друг от друга. Здесь вот конкретно на краю грядки у меня высажено всего лишь 2 куста, и смотрите, какую они площадь занимают. Поэтому сажайте подальше друг от друга. Сама листва тоже довольно-таки крупная, темно-зеленая. Ягода просто великолепная и внешне, и на вкус. Она такая удлиненная, цилиндрической формы, лопаткообразной формы, цветом темно-вишневая. Даже, знаете, если она полностью поспеет, у нее такой появляется фиолетовый отлив. Если ягода до конца созревшая, то вот этого кончика зеленого нет. Вот видите, эта ягодка прям вот все созревшая. Вкус у нее просто великолепный. Хотя вот размер, да, размер самой первой ягоды очень крупный. Вот смотрите, очень крупная ягода. Остальные будут и помельче, и средние. В общем, ягоды разные. Цветоносов очень много. Вот один, два. Здесь не сосчитаешь, видите, вот она вся. Вот там еще, видите, вот. Вся в ягодах. Ягода очень урожайная. Вкус у нее земляничный, наверное, больше. Знаете, когда ее начинаешь есть, вот свежий, то даже появляется вкус вот варенья земляничного. Сладкая, вкусная. Мне, видите, здесь еще коты проснулись, со мной ходят. Значит, вот я уже откусила. Она даже вот сама мякоть, она темно-вишневого. Нету никакой белой жилки. Практически нет никакой пустоты. Ощущается еле-еле уловимая кислинка. Ягода очень сладкая. И очень красивая. Несмотря на внешний вид, да, можно сказать, что она такая внешне суховатая. На самом деле она очень сочная. Даже вот видно на укусе, что ягода сочная. Но в ней много сухих веществ. То есть она такая среднеплотная, не течет. Никогда у меня вот земклуника, не в прошлом году она мне дала ягодки, она у меня здесь никогда не прела. То есть нет у нее серой гнили, видимо, из-за того, что она вот имеет такую небольшую сухость. Да? Чтобы ягода вообще не была сухой, а была сочной, действительно сочная, земклунику нужно очень хорошо поливать. Замечательно. Это вот один куст. Сейчас ко второму подойдем. Вот второй куст. Он весь на ягодках. Урожайность колоссальная у этого сорта. Гибрида, можно тогда сказать. Этим кустиком вот второй, получается, сезон можно. Эта ягода будет великолепна в варенье, кто варит, будет пахучая, ароматная. Замечательно будет также в компотах. И варенье я не варю, делаю живое варенье, то есть перекручиваю, перетираю сахаром, выкладываю в контейнеры и замораживаю. И в этом году я хочу попробовать сделать с этого гибрида слайсы, то есть разрезать на несколько частей и высушивать в сушилке. Я думаю, будет замечательная вещь, потому что эта ягода не имеет практически кислоты, а при высушивании все вы знаете, что усиливается вкус, то есть и сладость, и кислота. И вот как раз в этой ягоде усилится сладость и будет просто замечательный такой перекус, да. Земклунику я в этом году буду размножать. Вот видите, уже подставлены горшочки, они пол-литровые. В прошлом году мне не удалось снять с нее усы, потому что мало дала.
практически вообще усов, в принципе, не было. А так я с этих кустов беру и ягоду, и усы буду брать, розетки. Примерно с каждого куста по 5 штук. Здесь у меня в горшочках заложен перепревший конский навоз, чуть-чуть смешан с торфом. Я беру ус, не отрезая его, фиксирую проволокой. Второй ус, который идет отсюда, я вырезаю, то есть беру самый-самый первый. Устанавливаю, фиксирую и все. Когда он приживется, окрепнет, уже я вижу, что он вырос. Здоровый, хороший куст. Я тогда буду отрезать от материнского куста. Вот я уже, видите, заложила розеточки. По 5 штук максимум, потому что я беру и ягоду, и буду брать усы. Поэтому, чтобы растение не истощить уж до конца, как говорится, я всего лишь по одной розеточке возьму. Такая замечательная ягода купчиха. У кого будет возможность, обязательно приобретайте эту ягоду. Великолепная, очень и очень и очень вкусная. И что самое, да, тоже важное, что она очень и очень урожайная. И у меня, конечно, еще растут два куста. Я уже к ним не буду подходить, потому что у меня их 4, как я уже сказала. Они выглядят, ну, точно так же. Вот такой мини-обзор на зимклунику купчиха. Приобретайте, никогда не пожалеете. Еще в конце хочу показать еще одну зимклунику. Тоже для меня новинка. В прошлом году я ее купила. Давайте я вам покажу и сравним с купчихой. Здесь возле теплицы в прошлом году поздней осенью я высадила 4 куста зимклуники студенческая. Приобретала ее на выставке в Москве. Довольно-таки тоже раскидистый крупный куст. Большая листовая пластинка. Смотрите, это вот один лист только такой. Поэтому, когда если тоже будете высаживать, высаживайте на довольно-таки приличном расстоянии. В этом году, конечно, она у меня мне еще не дала тот урожай, который я предполагаю, она должна дать, потому что пишут, что довольно-таки урожайная. Внешняя ягода на зимклунику купчиха особо не похожа, но она тоже такая удлиненная, здесь более коническая форма, более правильная форма. Она темно-красного цвета, и внешне она выглядит более сочно, чем купчиха. И на самом деле по вкусу она будет посочнее, чем купчиха. Вкусная, а кислинка чуть-чуть более ощутима, чем у купчихи. А вкус такой земляничный, сладкая. Сейчас я... Вот видите, борьба с птицами. Вроде бы было накрыто сеткой, вот они как-то подлезли под сетку и расклевали. Сладкая, вкусная. Конечно, мы уже ее попробовали. Ягода действительно вкусная. Я не знаю, на свет, конечно, видно, на солнышко. Угу. Кислинка более ощутима, но она, видите, без белой жилки. То есть, как бы показать, чтобы видно было. Вот. Внутри она вся красная, пустот нет. Это совсем не видно. Сейчас я покажу. Ну, вот так будет видно. Вкусная, сочная ягода, но по сладости, если уж сравнивать с купчихой, то купчиха будет послаще, чем эта ягодка. Но тоже довольно-таки вкусная. И привкус вот этот земляничный, он присутствует. Угу. Очень вкусная. Видите, вот ягодка полностью поспевшая, она такая темно-темно-вишневого цвета. Очень вкусная. Есть куст вот такой, более урожайный, есть помельче. Но я думаю, что в следующем году она уже покажет свой потенциал. Тоже буду брать усы с нее, видите, по несколько штук с каждого кустика я возьму. Вот видите, а куст менее такой большой, с него 2-3 уса я возьму. Буду ее размножать, потому что действительно вкусная зимклуника. Их сравнить с купчихой невозможно, потому что ягода, в принципе, разная. Ягода одинаковой и не бывает. Но мне понравилась, тоже замечательная.
А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И обязательно выращивайте ягоду. Всем пока!